28 февраля в Новодмитриевском сельском поселении прошла открытая сессия совета. О проделанной в 2022 году работе отчитался перед депутатами и жителями глава администрации Игорь Головин. Сейчас поселение находится не в лучшем положении. За предыдущие годы накопились долги, которые нужно возвращать. Это сокращает возможности и без того скромного бюджета. А между тем проблем в Новодмитриевской немало. Необходимо улучшать систему водоснабжения, качество дорожного покрытия, благоустраивать территорию. Игорь Головин в должности находится всего несколько месяцев. При этом уже заметны изменения в лучшую сторону, отметил заместитель главы района Дмитрий Малов. Сегодня на сессии, в принципе, не прозвучало вопросов ни от кого. Ну, один вопрос прозвучал. Это говорит о том, что люди в курсе того, что делается, люди в курсе того, какие действия предпринимает депутатский корпус вместе с администрацией. Работу главы депутаты единогласно признали удовлетворительной. Здесь же отметили неравнодушных жителей поселения. Им вручили благодарности за активное участие в общественной и благотворительной деятельности и организацию гуманитарной помощи участникам СВО.